Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars, а сегодня у вас на экранах мертвая экспедиция. Я не стал всю экспедицию сюда вкидывать, а только драку с Братоминатором. Нам, конечно, если честно, очень повезло. И атаки, ну, то есть, с четырьмя видами удачи, то есть, нам прям принесли победу. По сути, по-нормальному прохождение, короче, этой экспедиции может затянуться очень сильно, и мы в прошлый раз ее слили. В этот раз нам действительно повезло очень хорошо. Спасибо большое всем, кто был на этой экспедиции, все, кто помогал получить эту медальку. Вообще, этих медалек, ребята, 6. Но единственная проблема в том, что медальки, короче, получить непросто. Потому что Братоминатор вроде как бы легкий. Ну, тут можно еще вытянуть. Но вот если взять ту же самого Скорпиона, то есть Ливийского посла, то рожденные мелкие Скорпионы вам, по сути, не дадут выбивать главного. Тут же большая проблема. То, что тот же самый босс будет еще лечиться, то есть надо убить его за определенное количество ходов. Вот хотелось очень посмотреть, как, короче, это все будет происходить. Голосование за следующую экспедицию давайте сделаем здесь в комментариях под этим видео. Ну а на Братоминаторе нам очень сильно повезло. И еще раз хотел сказать спасибо всем, кто участвовал в данной экспедиции, кто помогал получить мне эту медаль. Мертвый Братоминатор. Осталось еще 5. Голосую внизу в комментариях по поводу того, какая будет следующая экспедиция. Но я думаю, что давайте по сложности, ну, фуру. Ну, а там дальше уже будем смотреть. Еще раз спасибо, ребята. Ну, а как нам повезло, можете посмотреть, потому что видосик небольшой, короткий. Ну, в общем, поздравляйте нас с новой медалькой.